Создать какое-то мероприятие интересное для танцевальной индустрии, да, не похожее ни на что. И это сделать именно современными танцевальными направлениями, которые в данный момент очень популярны у нас в России, тем самым как-то продвигать танцевальную культуру. Первый раз, конечно, мероприятие проходило в не очень большом месте, было всего лишь 200 человек, да, но как-то многим оно полюбилось, и постепенно-постепенно мы начали развиваться. Конечно, на каждом соревновании какие-то ищем свои ошибки, нюансы, которые постепенно исправляем. Мы пытаемся довести соревнования до идеала, который понравится участникам. Не все сразу, конечно. Да, все прошло очень здорово. Мы приехали из города Рязани, вот, поэтому в таком конкурсе участвуем первый раз. Вот, для нас большая честь. Вот, девчонки выступали сегодня первый раз, поэтому мы считаем, что мы справились с данной задачей. Конкурс хороший. Сложно было собраться на самом деле, проявить себя, показать все самое лучшее, что ты умеешь, и, конечно же, чтобы зал полностью овладеть им. Самое было сложное. Я думаю, я справилась. На самом деле, здесь я еще ничего не побеждала. В стрипе очень мало, на самом деле, поэтому это еще как бы вершина непокоренная, поэтому я буду пытаться, стараться. Надеюсь, я зажгла. Первая сегодня выступала в стрипе профи. По силовой нагрузке, наверное, все-таки сложнее стрип пластикова, потому что там очень много, в принципе, акробатических номеров, задействована растяжка, гибкость. А гоу-гоу, в принципе, зависит от заряда энергетического и также сопровождения музыкального в основном. Девчонок было сегодня очень много. 5-6 команд для себя точно нашла. Прямо действительно профессионально подготовились, хорошо подобрали костюмы, образы. Вот. Хочу Анастасии, которая заняла второе место в профессиональных танцах. Хочу ей вручить от себя поощрительную награду, книгу свою же, и пригласить ее в мюзикл. Очень хороший чемпионат, очень хорошее соревнование. Очень много красивых девушек, которые стараются преподать себя, преподнести. Возможно, у них это какие-то соревнования, способ самовыразиться, показать себя в том, в каком-то степени, в чем они лучше.